spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена бюджетная серия безинерционных катушек Axiom, которая выпускается под брендом Black Side. В линейку входят три модели весом от 212 до 264 граммов. Передаточное число одинаково для всех модификаций и составляет 5,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2000 FD. С целью максимально облегчить массу катушки при производстве корпуса и ротора применяется современный композит. Такой материал обладает несколькими важными качествами. Он легок и прочен одновременно. К тому же отметим компьютерную балансировку ротора, которая помогает снизить вибрацию во время вращения этого узла. В катушках устанавливается 9 подшипников, 8 из них шарикового типа и 1 роликовый. Есть и система антиреверса, воплощенная в мгновенном стопоре обратного хода. Металлическая перфорированная шпуля в зависимости от модели способна вместить от 160 метров лески диаметром 0,2 мм до 100 метров монофила сечением 0,3 мм. Кстати, для фиксации предусмотрена пластиковая клипса. Отметим наличие полой дужки и системы ConBail, не дающих случиться перехлесту. А чтобы избежать перекручивания лески и снизить риск образования петель, устанавливается специальный ролик Anti-Twist Roller. Регулятор фрикционного тормоза имеет переднее расположение. В нижней части корпуса мы видим переключатель реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки, а после переключения рычажка он способен крутиться в обе стороны. Точеная рукоять из алюминия оснащается плоским кнобом из современного материала EVA. Чтобы прижать ручку к корпусу на время хранения или транспортировки, необходимо ослабить прижимной винт с противоположной стороны. Также есть возможность из леворукой модели сделать праворукую. Большим плюсом является наличие в комплекте набора дополнительных шайб, а также графитовой шпули. Ее можно заполнить леской другого диаметра или использовать в качестве запасной. А теперь давайте разберем катушку Black Side Axiom и посмотрим, как она устроена. Внутри расположен механизм, в котором по заявлению производителя при изготовлении силовой зубчатой передачи используется сталь и бронза. Так что если беречь катушку от ударов, не ронять воду, регулярно чистить и проводить ТО, то она должна прослужить длительное время. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.